Привет, ребята! Специально видео для моих подписчиков. Специально видео. Сегодня посмотрим, сколько я зарабатываю на YouTube. По версии сайта socialblade.com. Давайте посмотрим. Вообще ранг C+, я не знаю, что это. Абонент ранга. Ну, это, наверное, какое место я занимаю в рейтинге. Просмотр видео. Точно знаю, социальные, точно знаю. Так, просмотров за последние 30 дней. 115 257 просмотров за последние 30 дней. Подписчиков за последние 30 дней. 341 подписчик. Примерный месячный заработок $29 от 29 до 461. И предполагаемая готовая прибыль от 346 до $5000. Как вы думаете, это возможно? Я скажу, что нет, это невозможно. Я зарабатываю не такую большую сумму. Ну, не так много я зарабатываю. У меня только канал растет. Но все не так-то и хорошо. Ну, я вам просто говорю. Ну, не сходится это вообще. Ну, вот заработок вообще не сходится. Сейчас я вам покажу первый раз за жизнь канала свою аналитику. Первый раз. Свой заработок я открывать не буду. Ну, во-первых, я не хочу показывать, сколько я зарабатываю. Но я покажу некоторые другие моменты. Вот, это моя аналитика. Как видите, у меня скрыто. Я специально написал так, чтобы вы не видели, сколько у меня именно заработка. Хорошо. Просмотры за 27 дней. 116 тысяч просмотров. Лайки, дизлайки, комментарии, поделились, видео, плейлисты, подписчики. Вот подписчики 331, тут 341. Ну, погрешность на 10 таких подписчиков. Дальше. 115 тысяч просмотров за 30 дней. У меня 116 за 27. Это за январь. За январь как раз такая аналитика. Ну, месячный заработок, я говорю, что ну это неправда. Это неправда, я зарабатываю не так-то много. Вот что здесь есть, ну тоже. Вот просмотры, да, просмотры могут быть. Нет, ну вот это 8000, нет, у меня 8000 никогда не было. Ну, было это, ну сколько, 5200. 5200 это максимум в день. 9, даже 9000. Не было такого вообще. И тут 115 тысяч. Ну, как видите, по некоторым дням просто, ну, нету информации, сколько я, сколько меня посмотрел, поэтому они и плюсуются. Вот эти просмотры. Ну, среднесуточное значение 0,90. От 96 центов до $15. Ну, это если очень повезет. До $15, ну а так не очень. За последние 30 дней 29 баксов. О, ну 29 баксов. Это тоже хорошо. Но это смотри какой месяц. Я на YouTube не так-то и долго, уже полгода. А партнерка, нет, на YouTube я уже более 10 месяцев или 9. Ну где-то так. Партнерка у меня где-то уже полгода зарабатываю. Но если вы нашли данный сайт и посмотрели здесь статистику, ну просто не верьте, ну не все здесь правда, не все. С вами был Дима, канал Brutnews Pro, до следующих видео.